Фрак. Фрак. Опа! Да. Кто знает, проверяем ми. Иван Иванович высокий чернобровый.
Фей пишет из послания в конверте, а в том послании всего четыре слова. Прощай, уехала гражданка Иванова. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что же такое? Приехал Козар и натворил такое. Ой, макетеры, пулеры, не кое, что еще? Зачем увез он дочь мою? Молиться равен Богу, и перестал ходить он к педагогу. Избрил он бороду, усы, стал он братом. Теперь он числится одесским коммерсантом. Избрил он бороду, усы, стал он братом. Теперь он числится ашмянским коммерсантом. Субтитры сделал DimaTorzok.